Всем привет, ты смотришь Чебураша ТВ. На фоне многочисленных террористических актов, произошедших в последнее время, а также жесточайших боевых действий со стороны исламского государства на Ближнем Востоке, в обществе возник стереотип о том, что ислам – это жестокая агрессивная религия, а священное писание мусульман Коран напичкан призывами к насилию. Но что насчет нашей религии? Религии, которая колоссально повлияла на историю и культуру России и русского народа. Является ли Библия совершенно безобидной и миролюбивой? Мы провели эксперимент, где мы замаскировали Библию под Коран и прочитали несколько самых ужасающих отрывков из Библии людям на улицах Москвы. Смотрите, что у нас получилось. Жена да учится безмолвии, со всякой покорностью, а учить жене не позволяю, не властвовать над мужем, но быть безмолвии. Отсеки руки ее, да не пощадит ее глаз твой. Если же правый глаз твой соблазняет тебя, вырви его и брось от себя. И если правая рука твоя соблазняет тебя, отсеки ее и брось от себя. Если будет уговаривать тебя тайно брат твой, сын матери твоей, или сын твой, или дочь твоя, или жена, говоря, пойдем и будем служить богам иным, которых не знал ты и отцы твои, то не соглашайся с ним и не слушай его, и да не пощадит его глаз твой, не жалей его и не прикрывай его, но убей его. Побей его камнями до смерти, ибо он покушался отвратить тебя от Господа Бога твоего. Мое мнение? У нас в Библии заповедь есть. Первая заповедь – не убей. Ты правильно. Да, это жестоко. Это жестоко, очень. Да. Я без комментариев. Слишком жестко, да? То есть очень агрессивно ты думаешь? Ну, с одной стороны, да, с одной стороны, строго и жестко. Строго и жестко. Ну, ты считаешь, что приемлемо вот, или нет? Ну, не очень. Мое мнение, что... Тот, кто на тебя руку поставил, надо ему 2 отрубить. То есть вы считаете, что это очень как-то жестоко? Очень жестоко. Жестоко. Ну, я вообще считаю, я человек православный, у нас заповедь есть «не убей». Не решусь судить эти строки, но тем не менее, как бы я вообще придерживаюсь кришнаистства, так что я не поддерживаю такие строки. То есть кажется, слишком радикальными, да, возможно, как бы очень резкими, да? То есть вы верующие, да, ребят? Ведь им все сказано, не надо никого трогать, и пускай каждый идет своей дорогой. То есть вы считаете, что это очень жестоко, да, то есть? Убить жестоко. Жестоко, конечно. А веру, пускай каждый выбирает свою веру, верит в своего Бога. Думаете ли вы то, что Библия это более какая-то мирная, скажем, книга? Ну, если сейчас я Коран не читал, Библию читал. Библия абсолютно мирная книга, которая, если призывает бороться, она призывает бороться как раз со своими слабостями, с грехом, можно сказать, ну, в целом. Вот вы сами верите, ребят, в Бога? Ну, я, да. Да. Вы православные? Да. Вот, по вашему мнению, есть ли вот отличие именно вот в плане агрессии между вот Библией и Кораном? Ну, в Библии нет такого понятия убийства за что-то. То есть вот если... То есть... Да, там же 5 смертных грехов. Убийство – это как... Кради, да. Но вот если... Вот, не, в Библии нет такого, что если... Ну, ты, кто-то будет вас уговаривать верить в другого бога, нужно его убить. Такого нет, такого там нет. Забросать его камнями нет такого, нет. Да? Отлично. Ну, там так прямо и радикально, как ты сказал, там, ну, нет таких фраз. Если бы вы сравнить вот именно Коран с Библией, вот в этом плане, на плане агрессии, там, жестокости? В Библии вообще нет вообще агрессии, жестокости, там, из-за ближнего своего. Там нет подобных, кто-то вообще, в принципе. Ну там так прямо и радикально, как ты сказал, там ну нет таких фраз. Коран более агрессивен, чем Библия гораздо. На самом деле, ребят, это не Коран, это Библия. Просто в обложке Коран. И цитата тоже из Библии. Да, цитата, собственно, из Библии. Надо читать Библию и Коран. Это Библия. Да, и в Ветхом Завете есть вот эти все фразы, вот поэтому проводим. Перечитаем, будем знать. Спасибо. Еще переосмыслим. Я читал, потому что когда мне было еще 7 лет, надо сейчас по-новому взглянуть на этот мир. Да. Спасибо. Ладно. Все. Все хорошо. Дальше. На самом деле это вовсе не Коран, это действительно да. Библия. Спасибо большое. Спасибо. Это очень нужно и важно, мне кажется. Спасибо. Спасибо. Все хорошо.